Константин Мазуркевич накануне торжественно подняли флаг 31-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. За время существования «Славянского базара» в нем приняли участие представители почти 80 стран всех континентов, кроме Антарктиды. Церемония поднятия флага прошла на площадке культурно-спортивного комплекса летнего амфитеатра, над которым вертолет Витебского аэроклуба кругом почета пронес полотно с символикой «Славянского базара». Рассчитаться за продукцию и услуги лесхоза в большинстве регионов теперь можно онлайн, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. В настоящее время 87 лесохозяйственных учреждений зарегистрированы в системе ЕРИП. Остальные 12 лесхозов присоединятся к ней в ближайшие дни. Использование системы позволяет оплатить транспортные услуги, отдых в охоткомплексах и охотничьи путевки. Также внести плату за лесопользование и пила, и лесопродукцию. К системе виртуальных расчетов уже присоединились все лесхозы Витебской области. Благодаря виртуальным платежам отпадает необходимость несколько раз приезжать в лесничество, а процесс оплаты услуг и продукции существенно ускорился.